Я хочу сказать, что народные депутаты работают не только в сессионном зале. Так сложилось, что у них есть еще, кроме пленарных недель, еще есть комитетские недели, это была прошлая неделя. И есть неделя работы на округе. У меня сегодня рабочий день начался в 8:30 на округе. И я хочу сказать, что на самом деле дней больше. И все эти дни идут и переговоры, и торги. И самое главное, что в итоге мы увидим уже на этой неделе. Шантажируют кого-то, не шантажируют, но то, что в законопроект о бюджете внесли деньги о спецконфискации, можно гарантировать только одно. Народный фронт будет требовать вначале этот закон, и только потом они дадут голоса. А вот что они будут делать, если закон не проголосуется? Вот это интересно.